Впервые в Казахстане отмечается профессиональный праздник судей и работников судебной системы. 30 лет назад, 24 июня, был подписан закон о судоустройстве. Судебная власть разрешает конфликты и споры, возникающие в жизни общества и государства. В этот праздничный день судьи Прииртышья получили заслуженные награды. Судебная система начинается со свода законов Таукехана Жети Жарга. Эта система меняется со временем, но основы не изменились. Должен выноситься справедливый вердикт. На профессиональный праздник, который отмечается впервые в стране, собрались сотрудники судов региона. Сот және сот қызметкерлері күні биыл елімізде алғашқы рет атап өтілуде. Еліміздің сот жүйесі қазіргі заманға қоғамдық талаптарға, мемлекет алдында тұрған міндеттерге жауап бере отырып азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруда және қорғауда маңызды рөл атқарып келеді. Дәл сот бұл азаматтардың әділдік іздеп келетін инстанция. Сол себепте сіздердің істеріңіз өте жауапты әрі маңызды. На торжественном собрании знаком за заслуги перед областью были отмечены ветераны судебной системы и действующие судьи. Также вручался нагрудный знак судебной системе 30 лет. Среди награжденных судья городского суда Алия Асанова, которая работает в судебной системе с 2014 года. Я сама выбрала такую профессию, как и мои коллеги. Все мы начинали специалистами в судебной сфере. Нужно быть профессионалом, затем и психологом. Как известно, судье надо выносить то или иное решение. Это не всегда легко. Надо быть справедливыми к обеим сторонам. Судебная система в стране с каждым годом обновляется. Прогресс в этой сфере также зависит от профессионализма сотрудников суда. Мурат Ибилмажит, Айгерим Токпанказы, Юрий Белевский, ЕРТАС Акпарат.